В Чувашии завершился 8-й всероссийский турнир по самбо среди юношей на Кубок главы Чувашии. В этом году соревнования были посвящены 50-летию развитию этого вида спорта в республике. Как выступила наша сборная в следующем сюжете. За полвека развития самбо в республике достижениями наших спортсменов можно смело похвастаться. Последние из них – победа Эдеры Лаврентьевой и Артема Щербакова на Кубке Европы. На церемонии торжественного открытия глава Чувашии Михаил Игнатьев поздравил спортсменов, а участникам турнира пожелал победы на соревнованиях не только российского уровня, но и международного. У вас у всех возраст позволяет в перспективе стремиться к таким же победам. Мы на самом деле в своей государственной политике приоритеты расставили и создаем все благоприятные комфортные условия для того, чтобы детишки уже с детских садов начали вести здоровый образ жизни. В течение 2 дней юноши разыграли награды в 10 весовых категориях. Всего в соревнованиях приняли участие команды из 15 регионов страны и гости из Казахстана. Нашу республику представили более 30 спортсменов, которые мужественно противостояли соперникам и завоевали путевку в финал соревнований более высокого ранга. Эти соревнования являются отборочными к первенству России. Первый и второй номер, занявший свое весовой категории, примет участие, допускается к первенству России, которые пройдут в феврале месяце в городе Новочебоксарск. Соперники оказались не из легких. В первый день соревнований определили победителей и призеров 5 весовых категориях. И тут на счету спортсменов из Чувашии 4 награды разного достоинства. Тяжело было. Мы стремились, побеждали. Все получилось у нас. Он должен был победить, не посрамить нашу республику. Тренер смотрел, все надеялись, что я должен победить. Во второй день соревнований в копилку нашей сборной отправилось еще 3 медали. Подобный результат позволил команде хозяев занять первую строчку в общекомандном зачете. А это означает, что Кубок главы Чувашии, как и в прошлом году, остался в республике. Екатерина Абрамова, Регина Кубайкина, Сергей Рябчиков, Республика.